Новые социальные льготы для работников северного оленеводства появятся на полуострове. На сессии Заксобрания региона поддержали введение новых мер в закон о северном оленеводстве в Камчатском крае. Настоящий закон в себе объединит два закона. Раньше у нас на территории Камчатского края был только закон о государственной поддержке северного оленеводства. Это было связано с мерами поддержки, которые получают хозяйства, которые занимаются разведением северного домашнего оленя. А на сегодняшний день в том законопроекте, который рассматривается, учтены также социальные различные льготы для граждан, которые заняты в сфере оленеводства. Такого закона на территории края раньше не было, в других субъектах похожие законы были, но наш чем отличается, что в нем максимально детально расписаны эти социальные выплаты. К мерам поддержки относятся льготное зубопротезирование, санаторно-курортное лечение, льготный выход на пенсию, а также социальные выплаты семьям, которые привлекают своих детей летом для нахождения в тундре. В том числе были откорректированы основные направления развития северного оленеводства, отдельно выражены статьи по научному сопровождению, по государственной поддержке. И в целом этот закон обобщает все направления, перспективы развития этой отрасли на территории Камчатского края в будущие периоды. Принятие этого закона позволит обеспечить развитие северного оленеводства, создать условия для социальной защищенности и поддержки граждан, занятых в этой отрасли.